Կինոն պետք է ստիպի հանդիսատեսին մոռանալ նրա մասին, որինքը գտնվում է կինոթատրոնում։ Ռաման Պալանսկի, բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք Իմ Կինոն հաղորդաշարը։ Այսօր Իմ Կինոն հաղորդաշարի հյուրն է լինելու հայտնի կինոգետ, կուլտ կինո հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Կիրիլ Ռազլոգովը։ Իր հետ կդիտենք Խաչիկ Վասիլյանի «Մանկություն» ֆիլմը։ Այսօրվա Իմ Կինոն հաղորդաշարի հյուրն է Կիրիլ Ռազլոգովը։ Здравствуйте, господин Ռազլոգով. Здравствуйте. Вы программный директор фестиваля. Московского международного кинофестиваля. Конкретного фестиваля. Московского, да. Я работаю с разными фестивалями. Я работаю с фестивалем в Толурайде в Соединенных Штатах Америки. Я делал фестиваль в Форт-Уорте, тоже американский. Я делал работу с фестивалями европейскими, работаю с фестивалями азиатскими. Вот. Ну и кроме того, много езжу по фестивалям, потому что я, помимо всего прочего, еще и журналист. Я журналист, меня приглашают на разные фестивали. А ваши функции вот на этих фестивалях вы можете? Ну, программный директор – человек, который занимается программой, подбирает фильмы для фестиваля. Подбираете фильмы. Да, отборочная комиссия работает большая. Есть несколько разделов фестиваля, где свои кураторы, которые как бы эти разделы курируют. Вот, а я курирую программу фестиваля в целом и занимаюсь также приглашением гостей. Нас интересует некоммерческое кино. Наверное, вы знакомы с этим жанром в кинематографе. Это фильмы, которые создаются не для коммерции, не для кинотеатров, а людьми, скажем, студентами, кинолюбителями и профессионалами для некоммерческих целей. Вот вы встречались с такими фильмами? Какое ваше мнение? Я, честно говоря, на первом курсе университета, где я преподаю, объясняю, что да, некоммерческие фильмы есть, но это только те фильмы, которые попадают напрямую в музеи. Все остальные фильмы, включая музеи. Все студенческие фильмы, это фильмы, которые студенты очень рады, когда их фильмы показывают по телевизору. Студенты очень рады, когда из их фильмов делают программы там, полнометражные для кинотеатров. Вот. Любой фильм, который так или иначе будет показываться за деньги коммерческие. Другое дело, что есть часть фильмов, которые не вписываются впрямую вот в эту самую коммерческую структуру. Особенно это касается вещей, связанных с интернетом. Интернет, конечно, сейчас тоже коммерциализируется. И какой-нибудь YouTube, когда ты выкладываешь свои те самые короткометражки, потом вокруг них нарастает количество просмотревших зрителей, вокруг этого нарастает реклама, и это становится тоже коммерческой операцией. Мы живем, к сожалению, в мире, который коммерциализирован почти на 100%. Да, конечно, есть какие-то картины, там, я не знаю, картина Энди Уорхола по 15 часов, которые, естественно, не могут быть показаны в кинотеатрах. Но вы их можете посмотреть на фестивале, и фестиваль будет платить за этот фильм деньги, за показ, за право показа, и он опять окажется коммерческим. Вот. Вещи, которые связаны с видеоартом, они находятся в другом русле. У нас на фестивале есть специальная секция, называется «Медиафорум». Вот, где показываются вещи, связанные с видеоартом. И тоже вроде как бы это совершенно другая система. Вот, и она тоже связана с тем, что называется некоммерческим. То есть это искусство, которое вписывается в распространение актуального искусства изобразительного. Но актуальное искусство изобразительное тоже хочет быть проданным. Оно тоже показывается в галереях для того, чтобы в галерее это каким-то образом либо продать напрямую, либо продать свое имя и так далее. Поэтому мы живем в мире 100% коммерциализации. Да, но не все фильмы все-таки создаются для продажи, и не все авторы желают заработать деньги, сняв свой первый или второй или третий фильм. И, кстати, насчет вашего высказывания, что студенческие фильмы, они музейные фильмы в основном, да? Нет, это не музейные. Студенческие фильмы – это студенческие. Их смысл в том, чтобы в процессе обучения ты доказал на первом курсе, что ты владеешь одним, на втором курсе, что ты владеешь другим, на третьем – третьим, а дипломным фильмом ты доказываешь, что ты вот стал профессионалом. А вы знаете, нередко бывает, что вот именно студенческий фильм бывает в карьере этого режиссера самым хорошим. Вот, бывает. Те следующие фильмы, которые он снимает, бывает иногда, что они даже не конкурируют с его первым фильмом, потому что первый фильм он снимал от души, от чистого сердца, то, что он хотел сказать. А следующий второй фильм снимал за деньги. Уже снимает за деньги, уже смотрит, как народ требует, что рынок хочет видеть. Вот в этом ломается уже стержень и вот этот дух
независимости, дух режиссера. Ну, в этом как раз я был несколько раз в жюри студенческих фильмов, и очень меняется настроение. У нас первоначально учили во ВГИТе тому, что человек, учащийся во ВГИТе, это художник, он должен самовыражаться. А потом стали учить тому, чему учат американцы, что если ты учишься, ты должен доказать, что ты профессионал, ты должен уметь себя продать. И от этого изменились студенческие фильмы. Вот стало меньше фильмов исповеднических, стало меньше фильмов экспериментальных, и стало больше фильмов жанровых, где студент хочет доказать и показать кому-то, я могу сделать сериал, или я могу сделать полнометражный фильм. Вот посмотрите, что я сделал в процессе учебы. Ну, это, конечно, плохое влияние Голливуда на мировой кинематограф и особенно на русский, вот то, что происходит во ВГИКе, в Синемошине, я знаю эти школы вот, в Москве. И их фильмы, конечно, есть там интересные очень работы, но в основном, конечно, они стараются смахивать на голливудскую продукцию, чтобы уже в последующем заработать. Доказать, что ты профессионал. Есть высший курс сценаристов и режиссеров, они более экспериментальные. Вот. Но там тоже есть вот такой хрен уже, что жить-то надо, работать надо. И первая картина действительно бывает более интересная, а последующие уже становятся более конвенциональными. Более того, люди на телевидении в России не очень любят брать вгиковцев, именно потому что они считают себя художниками. Вгик будет опять, он будет нам доказывать, что это искусство. У нас нужно каждую смену снимать определенный метраж, вот, и без всяких этих художественных фокусов. Вот, так что вгик сохранил вот этот вот элемент обучения искусством, что мешает вгиковцам найти работу в потоке вот телевизионных сериалов. Да, ну там, конечно, конкуренция уже бешеная, и в Москве, так и в Европе, и уже не говоря даже и о Америке. Но наши фильмы, конечно, они некоммерческие. Тот фестиваль, который мы делаем, он проходит в Ереване и в Лос-Анджелесе. Это фестиваль некоммерческих фильмов. И вот наша передача тоже передача о некоммерческих и студенческих фильмах. И, кстати, с вами мы сегодня собираемся посмотреть фильм, который нам послан из России. И автор наш, значит, соотечественник Хачик Василян. Послушаем сначала его комментарий к своему фильму. Привет, меня зовут Хачик Василян. Я режиссер короткометражного фильма «Детство». В фильме затронута одна из наиболее волнующих и, к сожалению, прогрессирующих проблем современного общества – безразличие. Съемки длились 3 дня, готовились к ним практически месяц. Мне было важно рассчитать все до мельчайших подробностей, обсудить каждую деталь. Бюджета у фильма практически не было. Съемки проходили практически без раскадровок. У меня были наброски кадров, которые я хотел снять. Но все остальное мы придумывали, исходя из того, где снимаем. Ведь у нас не было возможности перекрывать местность или арендовать квартиру ради наших съемок. Ну, поэтому мы работали так, словно снимаем документальный фильм. И благодаря 2 талантливым операторам нам удалось выжать максимум из того, что у нас было. Вот. Музыку к фильму написал талантливый мариупольский композитор Дмитрий Гнедышев. Сейчас я работаю сразу над 3 сценариями к полнометражным кинокартинам и надеюсь в ближайшее будущее взяться за их реализацию. Спасибо, приятного просмотра. Так, значит, он сказал, что у него малобюджетный фильм, и снимали его, помогали ему в этом друзья. Вы услышали. Вот ваше мнение. Вот, как он собирался снять этот фильм? В принципе, работа получилась нормальная. Ну, первые фильмы Клода Шаброли, известного мастера «Новой волны», снимались на деньги, которые ему оставила после смерти тетушка. Вот, так что это не... Давайте посмотрим фильм, да? И потом, значит, оценим и поговорим о фильме. Хорошо.
надо, накажи. Боеприпасы и оружие. Внимание! Значительные силы противника на подходе. Советуем окопаться. Отбой. Так, ну, фильм «Детство». Ну, фильм «Детство», по-моему, это вполне профессиональная работа. Где, хотя он студент. Вот, да. Ну, где студент доказывает, что он студент, что он чему-то научился. Вот. А там есть как бы общая тема детства, которая, и есть определенный сценарный такой выкрутас
финале, который очень, мне очень симпатичен, когда оказывается, что девочка, которая все это время шла, и мы считали ее ребенком, на самом деле мама, у нее есть ребенок, и как бы ситуация переворачивается с ног на голову в финале, что очень забавно. Вот. Постоянно даются в кадре дети в разных ситуациях, на качалках и так далее. Это довольно хорошо подобранная такая детская мозаика. А прогулка девушки оказывается предлогом. Но в финале ее заставляют прыгать с классики, вот, чтобы окончательно вот такой образ ребенка у нас отпечатался. А параллельно идут вот эти самые там взрослые люди, которые тоже играют в игры. Когда это самое, в стрелялки, там, в видеоигры. А женщина, наоборот, красит ногти, что тоже такая форма своеобразной игры. Поэтому картина мне показалась интересной. И, в общем, если бы меня спросили, я бы ей поставил оценку «отлично». Автор этого фильма хотел вот показать людское безразличие. Он сказал в своем выступлении, что как бы это против того безразличия, которое окружает нас в жизни, да? Может быть, ему показалось, что он сделал про это кино. По-моему, он сделал кино про симпатию к детям. Потому что вот дети, которые как бы вокруг, там безразлично вот эти взрослые. Когда она проходит мимо, ребенок плачет, где твой ребенок плачет, это вот полное безразличие. Вот. А вот эти вот все детские вставки, они симпатичны, они не являются... И ты видишь, что вот эта девочка, которая идет, она вот смотрит на всех этих детей как бы со значением. Мы еще не знаем, что у нее свой ребенок, но мы чувствуем, что у нее какая-то заинтересованность в этом есть. Ну, я первоначально подумал, что это потому, что она будущая мать, потенциальная. Вот, поэтому здесь, да, есть элемент такой социальной критики, но он, как мне кажется, не основной. Хорошо. Вернемся к теме некоммерческого кино. Вот на ваш взгляд, если сравнить фильмы Восточной Европы и Западной, и Латинской Америки, и США, вот студенческие фильмы, какая основная разница между вот нашими постсоветскими, да, вот, фильмами Восточной Европы и западными? Ну, в свое время разница была очень очевидная, потому что западные, особенно американские, студенческие фильмы, они все были нацелены на профессию. Европейские киношколы есть разные, потому что сегодня сфера приложения вот, кинематографистов в традиционном смысле – это, конечно, в первую очередь телевидение, а лишь во вторую очередь кинематограф. А вот итальянская школа, она по сравнению вот с нашей, вот, с московской или с армянской? Вот. Что касается итальянской школы, я думаю, что там значительно больше того, что мы называем любительским кино. То есть фильмов сейчас, поскольку дешевая техника стала возможным и снять фильм, и смонтировать его у себя дома на компьютере. Вот. Очень много появилось работ, таких, которые раньше были названы любительскими, а сейчас они такие полупрофессиональные. Потому что раньше, чтобы быть кинолюбителем, там, в эпоху моей юности, надо было иметь 35-миллиметровый съемочный аппарат. 16. Ну, и 35. И 8 даже. Да, и были любительские студии в Советском Союзе, которые имели аппаратуру чуть ли не профессиональную. Вот. Значит, ну, 8-миллиметровый спасал положение. Но сейчас же цифровые камеры, сейчас они абсолютно доступны. Сейчас ты можешь делать с этим все, что угодно, любые спецэффекты. Вот. Поэтому вот, ты не всегда, даже глаз не всегда улавливает, где ты имеешь дело с профессионалом, а где ты имеешь дело с таким увлеченным любителем, который хорошо владеет этим делом. Это для кино хорошо, по-моему. Чем шире будет круг людей, которые будут делать фильмы, тем больше шансов, что у нас появятся выдающиеся произведения. Тем больше возможностей будут их делать, экономических возможностей, возможности их где-то показывать, в том числе на киноклубах, там разные клубные показы и так далее. На нашей программе. Да, на вашей программе, в том числе. Есть таких фестивалей несколько, вот, тем это лучше. Ваше мнение о тех именно шагах, которые должен сделать начинающий кинорежиссер или любитель, или студент. Вот какой самый короткий путь к хорошему фильму?
Самый короткий путь, есть два коротких пути. Один короткий путь – это смотреть много фильмов. Второй короткий путь – это делать, снимать и набивать себе руку. Вот у меня есть знакомый мальчик, ему 17 лет исполнилось. Сейчас, я надеюсь, он поступил в объект на режиссуру в этом году. Вот. Он как бы вот каждую ночь чего-то снимал, потом днем монтировал. Кроме того, он смотрел все фильмы, которые упомянуты в моей большой истории кино. И звонил мне, выяснял, где их можно посмотреть. Вот. И кроме того, он еще много читал. И кроме того, он в свободное от работы время еще писал от учебы время, поскольку он учился в школе, он еще писал такие новелки и рассказики. Он снимал фильмы без обучения в киноинституте. Вот, без обучения в киноинституте, только в любительской студии у себя в школе. Ну вот вы сказали, значит, нужно смотреть и снимать. А если у человека нет времени для того, чтобы, вы знаете, люди сейчас заняты, голова у людей идет кругом, заняты всем, дабы как бы сделать себе карьеру, как бы устроиться где-то на работу, что-то найти, что-то заработать где-то. И вот не всегда хватает времени для того, чтобы просмотра фильмов. Это же требует времени. Как без этого? Ну, без этого ты можешь делать ерунду всякую. Потому что без этого ты не научишься понять, что такое изображение, как ты с ним работаешь, как можно работать со звуком. Вот. И насматриваться я не имею в виду, вот решил сделать фильм, за неделю до этого ты посмотрел. Должен смотреть лет 10 до этого, а после этого ты можешь делать что-нибудь приличное. Вот. Поэтому здесь... А что касается времени, нет. Если у тебя нет времени, значит, у тебя есть деньги, значит, ты нанимаешь профессионалов, которые по твоему замыслу делают голливудскую картину. Это тоже вариант. Если у тебя мысль такая, вот идея такая есть, и тебе нужно найти кого-то, кто эту идею бы реализовал, или ты можешь сам выступить режиссером, тогда это будет для тебя средство заработка. Или выступить продюсером, и тогда тоже это будет для тебя средство вкладывания денег и возвращения обратно. Либо наоборот, если это будет не коммерческое кино, это будет средство самовыражения, но тогда, если у тебя нет времени, ты не сможешь его сделать. А в Москве существуют некоммерческие фестивали? А вообще вот такие в Москве огромное количество фестивалей. Вот. Я думаю, что в Москве сейчас порядка нескольких сот фестивалей. Вот. Среди них есть и фестивали студенческих фильмов, в том числе большой фестиваль «Святая Анна», который сейчас хотят перевести в Крым. Вот. Есть фестиваль в Диковске, есть фестивали в других киношколах. А вот государство помогает таким фестивалям? Вот, помогает. Министерство культуры, скажем. Да, Министерство культуры финансирует частично. Но, скажем, в ГИКовские фестивали – это часть бюджета в ГИК, государство финансирует в ГИК, а внутри бюджета в ГИК есть деньги на фестиваль. На «Святую Анну», по-моему, специально Министерство культуры выделяет грант. Вот. Именно на этот фестиваль. На остальные фестивали денег всегда не хватает, поэтому на остальные фестивали деньги делятся. Кому что. Вот недавно создали фестиваль в Омске, фестиваль «Дебют». Фестиваль дебютного кино и студенческого кино. Им дали очень большой бюджет. Им дали 60 миллионов рублей. К сожалению, у нас такого нету. Мы можем вам завидовать, конечно, в этом плане. Это, конечно, очень хорошо, если государство начинает помогать, вот, становиться людям, делать первые шаги, особенно в студенческом кино. Вот, да, есть программа «Дебют», есть финансирование производства в ВДИКе. Вот, так что это все есть. Конечно, этого недостаточно. Конечно, как бы спора. Но есть хоть что-то. Справедливо или несправедливо эти деньги распределяются, кому их давать, кому их не давать и так далее. Вот. Но, в принципе, кино сейчас у нас развивается достаточно интенсивно, и телевидение тем более. Поэтому опасности для профессии я не чувствую. Хорошо, спасибо вам большое, что вы не отказали, пришли на встречу с нами. Спасибо, в нашу что студию. Пригласили. Спасибо вам большое. Спасибо. Sana ve apartmanımız hafta haydi Rus kino get Kiril Razlogov'u hep. Մոտեցավ ավարտին մեր այսօրվա հաղորդումը, դիտեցինք հարցազրույց Կիրիլ Ռազլոգովի հետ։ Եթե դուք ունեք հետարքիր մտքեր գաղափարներ ֆիլմ նկարահանելու մասին կամ ուզում եք սկսել նկարահանել ձեր առաջին ֆիլմը, ապա կապնվեք մեզ հետ։ Ոչ կոմերցիոն կինոյի համահայկական կենտրոն։ Ցտեսություն, մինչև նոր հանդիպումներ եթերում։